Это твоя будущая. Нашу идею с туалетом. Вот она, наша одна часть туннеля. Наш туннель. Вагончики поезда. А мы к нему сделаем... А! Она выпрыгнула через окно. Поймала? Привет, я Энни Мэджик, со мной тут мои домашние питомцы, собачки, кошечки и другие животные. А сейчас я даю вам несколько секунд на то, чтобы догадаться, кто в этой картонной коробке. В этой картонной коробке киска Алиска, и она не хочет оттуда вылазить. Алис, может быть, ты хочешь вылезти и поздороваться со всеми? Короче, я поняла, что что-то мы давно с вами не DIY-ли, не делали ничего своими руками, так что сегодня мы будем делать картонный мир для кисы Алисы, и я думаю, моим собакам тоже это понравится. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропускать самые новые ролики, а мы начнем. Как вы видите, у меня здесь очень много картонных коробок и даже вот такая вот огромная картонная штука, которая нам позже пригодится, и вы увидите, для чего. А начнем мы с очень милого, прикольного кошачьего домика из картона. Хотя домик может быть и собачьим в том числе. Не знаю, собирается ли выбираться из коробки наша киса Алиса. Итак, для первой моей идеи мне понадобится вот такая вот большая, обыкновенная картонная коробка. Дно я просто соединила, как обычно соединяют, чтобы оно не разваливалось. А вот здесь вот сверху я заклеила вот эти вот две длинные части, а вот эти оставила просто так. Я уже подготовила краску, чтобы его покрасить, но очень необычно, вы потом это увидите. Я наметила вход карандашом, и пока я его вырезаю, вы ставьте лайк этому видео, если любите DIY своими руками и хотите, чтобы я снимала еще что-нибудь подобное. Наш входик готов, он получился у меня немножко кривоват, но это не страшно. А из оставшегося кусочка я вырезала вот такие штучки, и вы потом увидите, зачем они нам пригодятся. Теперь на вот этом кусочке над входом я нарисую как бы такие округлые треугольнички и их вырежу. Я порезалась. Что я хочу, это то, чтобы все, что я сегодня сделаю, было простым и доступным каждому, а не так, как я смотрела очень много всяких роликов с картонными DIY-ами, и там такое просто сложное все, что мне кажется, любой человек, он не захочет либо заморачиваться, либо он просто не осилит. А пока я вырезаю вот эту часть, вы пишите в комментариях свои идеи. Может быть, вы сами делали что-то из картона. Я сделала сзади вот такую вот штучку, и сейчас вырежу еще одно окошко, только уже боковое и повыше от земли. Сейчас я буду эту штуку нашу красить, и я заметила, что очень классно красятся подобные вещи обычной губкой, а не красками. Алис, лучше тебе уйти, потому что я покрашу и тебя заодно. Это не игрушка, это губка, Алис. Нашу конструкцию мы пока что оставим сохнуть, Алиска зачем-то уже туда залезла, а я сейчас покажу вот что. Я нашла у себя вот такую вот коробку, из-под чего не помню уже. Какая-то вот такая коробка подобной формы, чтобы крышка у нее открывалась вот так вот, чтобы сделать навесик. Это такой вариант для самых просто ленивых. И вот у меня есть вот такие вот две деревянные палочки от похожих вот таких вот кошачьих игрушек. Да, Алиска? Да, Алиска, аккуратней в краску не вляпайся. Они будут таким образом придерживать нашу крышу. Вот такая вот получается штучка. Положу сюда вот такую вот ткань. Благодаря вот этим палочкам коробка не будет закрываться, а мы сейчас ее как-нибудь украсим. Вместо кисы Алисы, так как это розовый цвет, Софиша решила посидеть. Можно раскрасить красками, можно обклеить наклейками, можно как-нибудь украсить эту лежаночку. Да, Алис, это твоя будущая кроваточка, да? В общем, это вот такой вот вариант домика для ленивых. Я написала надпись и украсила только верх. Можно также и бока как-нибудь разукрасить, разрисовать, обклеить и так далее. И кошке, скорее всего, ее домик понравится.
Этот домик пока что сохнет. Киска Алиска в своей ленивой лежаночке, как я ее называю. Я пока что покажу еще одну прикольную штуку, которая тоже будет частью нашего картонного кошачьего мира. Это вот такая вот коробка. И сюда я полностью заложила ее оставшимися от туалетной бумаги рулончиками. Я их долго собирала для туннеля для Рики, хомячка. И у меня еще осталось много, так что, может быть, я сниму туннель. В эти рулончики можно, например, накидать мячики, чего угодно, фантиков от конфет, чтобы кошка радовалась и пыталась их оттуда доставать. Кошки такое любят. Киса Алиса все-таки умудрилась испачкаться в краске. Это просто супер развлечение для кошки. Если вы хотите отвлечь свою кошку, сделайте ей просто вот такую вот коробку. Не надо покупать никаких дорогих игрушек. И она будет долго охотиться. Продолжим наш картонный мир, строительство его. Вот с такой вот коробкой. Я, пожалуй, пока что тоже эту коробку покрашу в белый цвет. Совсем забыла, что мне нужно вырезать кружок вот здесь вот в боковушке. Киска Алиска очень любит коробки, туннели и пакеты. Она готова жить в пакетах и в коробках. Кажется, что наша эта коробка подсохнет, потому что потом нам нужно будет ее раскрашивать. Да у меня все руки в краске, вы что? Сейчас я возьму вот эти вот наши части, которые были подготовлены мною заранее, наложу на них клей и приклею их вот сюда. Вот, я приклеила сейчас сюда вот эти вот как бы наши, как вы понимаете, уже зубки. И сейчас начну раскрашивать наш домик. Ну и, конечно же, каждый из вас здесь может включать свою фантазию и делать все, что в душе угодно. Кстати, сегодня на канале моих питомцев Magic Pets особенное видео, показ мод. Весь гардероб моих животных с конкурсом giveaway в нашем инстаграме. Но не торопитесь, оно выйдет после этого ролика. А пока продолжаем. Ну и на моем канале Animagic скоро миллион, и скорее всего там тоже новое видео, но я в этом еще не уверена. Наш домик для киски Алиски в виде вот такого вот немножко грустного монстряшки, рыжего тигренка, закончен. Я уже положила туда вот такую вот подушечку бархатную розовую, и теперь Алиска может прятаться в своем коробочном доме. Посмотрите, как она испачкалась. По-моему, Алиска очень себя уютненько чувствует. Алиска, оказывается, была. Понятно теперь, как ты пачкаешься, Алис. Надо закончить нашу идею с туалетом, потому что впереди нас ждет еще туннели. Я взяла просто это для примера. Конечно, здесь должна быть решеточка плюс наполнитель. Он ставится вот сюда, коробочка закрывается. И таким образом, когда кошка копает, весь вот этот вот вся эта грязь, она не вокруг, она внутри коробки. И потом достаточно его просто достать, высыпать все из коробки и все. Вот такой вот у нас получился кошачий туалетик в наш картонный мир для Алисы. А теперь мы переходим к туннелю. Я уже частично его склеила. Это огромный кусок картона от перекладин в кровати, который нам привезли. Ребята аж испугались. Но мне пришла в голову другая идея немножко. Я решила его разрезать напополам, соединить пакетом, потому что Алиса любит пакеты, и получить вот такой вот загнутый туннель, а не один огромный. И сейчас мы эти коробки вот так вот склеим. Вот она, наша одна часть туннеля. Она уже готова, и я приклеила сюда вот такой вот черный пакет, который будет продлевать наш туннель. Кошки любят пакеты, и Алиса в том числе, она уже залезла. Если у вас реально, ребят, будут еще какие-то идеи, то предлагайте их обязательно в комментариях. Все, окошки в туннелях готовы, они есть по три вот с этих сторон и с этих сторон. Такие получились как бы вагончики поезда. И теперь нужно все это как-то здесь распределить. Алиса уже пошла внутрь. Алис, смотри, заходи в свой туалет. А мы к нему сделаем вот такой вот туннель, присоединим. Алиска уже внутри в туннеле. И сейчас я буду ее всячески заманивать. А, она выпрыгнула через окно. Алиска, Алиска. А чё ж ты через пакет не пробираешься, Алис? Алиса решила бегать просто через окна. Алиса,
Алис, поймала? Кто выглядывает из окошка? Я, конечно же, позже покрашу Алискин поезд, чтобы она там играла постоянно. По сути, все эти DIY подходят и собакам. Я старалась сделать все так, чтобы повторить это мог любой человек, даже ребенок, чтобы это было интересно и при этом несложно, и где-то даже очень мило и красиво. Переходите по ссылочкам на новые видео на других каналах и увидимся скоро. Пока!